Для конкурса дети читают стихи. Петр Давыдов, не трогайте нашу победу. Оплачены страшной ценою военных сражений года, но радостный праздник со мною был с самого детства всегда. Я ждал его вместе со всеми, рассматривал вновь ордена. И в майских парадах веселье другой оказалась война. И были отправлены в плане, и пели солдаты строю о подвиге и об отваге, память и удачу свою. Победа – красивое слово, подарок для нас и для вас. Победа – и слышится снова военного времени вальс. Смотрите, идут ветераны, из вечности в вечность идут. И взрослыми, ставшие рано, они победили беду. Они свободен на время победы, и добрые заполнены. Одни эти величие победы и эхо далекой войны. Пусть память шагает по следу, горит, как отрана живых. Не трогайте нашу победу, оставьте ее для живых.